10 можно. Бульвар Шевченко. Остановка Муром. Донецкий национальный. Друзья, людей в городе совсем нет. Только я и еще два человека. Слева один и справа. А так все это нарисовано, смонтировано. Пустой Донецк, 2019. Вам как людей не снимаешь, все равно вы говорите, что их нет. Пробка целая. Хотя и в 2011-2012 году в этих местах бывали пробки. Если в правом ряду кто-то здесь поломался, то и пробки до самого ОЦКБ. Сплошной поток машин. Та, что ты показываешь в вашем городе, мало людей. У нас в селе больше людей. Ну, пусть будет так. Хейтеры, спасибо вам большое за продвижение роликов. Ребята, забитые маршрутки полностью на Ухнарь. Стоять негде. Вот 25-й. Забитые полностью. Вы кричите, людей нет. Нет. Ребята, это все выдумка. Это все монтаж. Так и так, всем привет, друзья. Вы на канале Виконста. Ребята, мы продолжаем рубрику от первого лица. Сегодня на обзоре у нас парк славянской культуры. Находимся мы сейчас в районе цирка. И сегодня вместе со мной вы прогуляетесь по этим окрестностям. Сегодня будет такой влог. Мы продолжаем рубрику «Донецк». На обзоре у меня было очень много парков. Одни из них паркованных фигур. Парк, который находится возле Донбасс-арены. Ну и сейчас пройдемся в парк славянской культуры. На улице уже 28 градусов в тени. Жарища страшная. Ну ничего, даже в таких некомфортных условиях, ребята, мне нужно снимать видеоролики для вас, потому что вы меня очень просите, и вам эта рубрика очень нравится. Насущая тема, где люди в Донецке. Людей нет вообще. Это я в кавычках беру. Просто идут сплошные потоки машин. Время сейчас 8:39. И сверху с ОЦКБ, вот я смотрю, полные маршрутки. Полные, все забито. Ну, вам, как всегда, людей нет. Кстати, зимой здесь, на этих горках, очень много детей съезжает. Кто на санках, кто на клеенках, кто на таблетках, кто на попе. Короче, мы продолжаем рубрику. У нас еще будет очень много выпусков. Так что ждите. Чем больше ваша активность, тем быстрее выходят ролики на канале. Прошли мы уже район Рембытехники. Движемся в сторону улицы Куйбышева. Ну а по правую сторону у нас будет обжора. Ну и ранее, кто по молодости, может, знает, либо ходил в ночной клуб «Гараж». Я думаю, многие туда в свое время ходили. И вот, кстати, стригут газон и убирают мусор. Вы говорите, да нет, грязный. Да где ж он грязный? Да, есть места. Да, есть люди-свиньи, но не до такой степени он грязный. Ребята, можно прийти и снять вам чисто картинки, показать, и вы уже будете думать, что здесь одна грязь. Поэтому нужно правильно делить материал. Я повторяюсь, неохота снимать о негативе, так как негатива у нас и так вполне достаточно за всю жизнь происходит.
люди заходят, чтобы прежде всего посмотреть какой-то позитив. А то на работе наслушаешься всякой ерунды. Приходишь домой, телевизор включаешь, один негатив. Ну а хоть на ютубе можно будет вам зайти и глянуть какую-то хоть капельку позитива, которая принесет вам радость. И вы можете под какую-то пищу, либо вкусняхи, с удовольствием просматривать эти видеоролики. Ну вот, друзья, раньше там была сори бабушка, а сейчас там ни сори бабушки, ни сори дедушки нет. Цветочки. Да, пишите в комментариях, что ты одни цветы снимаешь. Друзья, а что тут еще снимать? Зайти вам показать какой-то бычок, окурок найти в траве? Ну я могу, ну зачем это? Кому это нужно? Друзья, недавно, ну, буквально год-полтора назад, достроили у нас прекраснейший храм. Его строительство планировалось еще в далеком, как для меня, уже 2011 году. И вот, рано или поздно, ну, приложив все усилия, все-таки получилось у них это сделать. Я сейчас вам его покажу, эту красоту. Можно прийти сюда, даже полюбоваться, посмотреть на этот весь вид. Сейчас мы дойдем уже, и я вам все это покажу дело. Жара страшная. Ну вот, друзья, этот храм. Одним словом, красота без слов и без комментариев. Все сделано четко. Сейчас мы вовнутрь зайдем. Без этих заборов вам покажу. Впечатляет размерами, ну и внешним видом. Очень красиво. По надписям это сооружение должно функционировать с 2014 года. Ну, там были немного проблемы со строительством, и оно в 2014 году еще полностью было недоделанное. Ну а кладу привели, и в общем вы можете видеть, какое это все дело красивое стало. Вот еще вам один, ребята, ракурс. Хотя я здесь ни разу не был. Ни разу. Тут как раз тенек. Сейчас начнется самый солнцепек. Конечно, впечатляет, друзья. Я думаю, вы хотите туда попасть. Поговорил я с ребятами, которые занимаются этим делом, батюшка и плюс еще там матушки с ними, ну, разрешили они мне это все дело вам показать, и я думаю, вам это понравится. Комментарии здесь излишни, просто все смотрите своими глазами. Thank you.
друзья, я думаю, вам понравилось, да и мне тоже. Эту атмосферу, конечно, YouTube не передает запахи и вот эти вот все прелести вот этой чудесной атмосферы, которая присутствует здесь, в этом месте. Я думаю, вам это понравилось, и к сведению вы уже взяли на заметку. Ну, сейчас, друзья, пойдемте сходим в парк. Центр славянской культуры. Посмотрим, как он выглядит на июнь 2019 года. Зарядился я атмосферой. Так что, друзья, ждите. На канале скоро будут выходить еще новые ролики с тех мест, которые вы давно не видели, либо хотели бы когда-то здесь побывать. Хотя, ребята, в этом парке мало сейчас желающих. Ну, время 9:14. Ну, вот так он выглядит. Это, я так понял, центральная улица. Центральный проход к центру славянской культуры. Здесь проходят концерты, некоторые мероприятия. Ну и приезжают сюда люди выступать, делиться своими талантами. Здесь, кстати, памятник Филатову Юрию Васильевичу, заслуженный работник промышленности Украины, основатель парково-храмового комплекса Центра славянской культуры. Чистенько убрано, ну, как в любом парке по Донецку. Да, я думаю, в любом другом городе. Неважно, Донецк это или Киев, Львов, Одесса, Харьков, Москва, Питер. Везде красиво. Люди должны следить за чистотой, порядком. Ну и прежде всего не сорить. Святые Кирилл и Мефодий. Центр славянской культуры. О, там, друзья, кстати, детская площадка, что ли, есть. А ну давайте мы пройдемся туда. Что у нас там будет интересного? Прикольная здесь атмосфера. Особенно от деревьев. Насаждение из деревьев. Это, наверное, скорее всего, что школьники. Сейчас же уже закончились эти мучения, которые связаны с учебой. 9 месяцев с сентября по май. И сейчас, скорее всего, что дети отдыхают в школьных лагерях. Да, так и есть. И здесь по эту сторону тоже есть площадка. Неохота выходить на жару. Но я думаю, вы увидели. Давайте сейчас пройдемся туда, в верхнюю часть этого парка. Ну вот, друзья, мы пришли к памятнику жертвам фашизма. Давайте поднимемся на самую верхушку. Рекомендую, друзья, этот парк, приходить сюда, проводить время, потому что после работы или учебы, или можно просто прийти сюда и отдохнуть. Сам парк, ну и вечный огонь, который никогда не погаснет.
что, друзья, вот и завершился очередной влог. Сегодня я вам показал парк Центра славянской культуры, а также храм Петра и Феофания. Я думаю, вам понравилось. С вас абсолютно любые адекватные комментарии под этим видео. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочку я прикреплю где-то здесь. Также, чтобы не пропустить новые серии, нажимайте на колокольчик. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!